Всем привет, друзья! Вы на канале Техберг, и сегодня расскажу про новинку от Irbis Motors, разборный снегоход Dingo T150, модель 2021 года. Если быть точным, это уже пятое поколение снегоходов Dingo, спроектированных и выпускаемых в России. Давайте разбираться, что нового в этой модели, какие изменения нам подготовил завод в этом бюджетном снегоходе. Спасибо Irbis Motors за предоставленную новинку для этого обзора. Начнем с того, что перед нами почти финальный прототип. На нем еще проводится доводка агрегатов и устраняются мелкие недоработки. На Dingo есть ряд китайских комплектующих, но учитывая то, что в гражданском сегменте нет на 100% техники без применения китайских запчастей, то придираться к этому абсолютно не стоит. Примерная цена снегохода будет в районе 173 тысяч рублей. А для некитайского снегохода это вполне адекватная стоимость, учитывая то, что на Dingo выдается PSM, плюс на всю технику завода с 1 декабря 2020 года распространяется гарантия в 1 год или 1000 км пробега, что очень хорошо. Irbis Motors предостерегает всех от покупки техники завода через различные агрегаторы интернет-объявлений. Вы рискуете купить мототехнику Irbis без гарантий или документов, а в самом худшем варианте получите поддельную технику вместо оригинальной заводской. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть. Вся техника завода продается только через официальные магазины, список которых указан на сайте Irbis Motors. Все актуальные ссылки будут в описании под видео. А теперь давайте ознакомимся с базовыми параметрами Dingo. Длина снегохода 2500 мм, ширина 1040 мм, высота по рулю 1080 мм, высота по седлу 715 мм. Сухая масса снегохода в районе 150 кг. По дизайну новый Dingo почти не изменился, все тот же узнаваемый облик. На снегоходе теперь новая пространственная рама моторного блока. Есть защита картера двигателя. Все комплектующие рамы производятся на автоматизированном трубогибе. Используется труба с наружным диаметром 22 мм и толщиной стенки в 2 мм. Элементы рамы свариваются по кондуктору и окрашиваются в цеху порошковой краской. В Dingo интегрирован новый туннель гусеничного блока. Он производится из цельногнутого листа металла толщиной 1,5 мм. Усилители тоннеля увеличивают жесткость и уменьшают эффект скручивания. Фактически это такой же гусеничный блок, как и на снегоходах SF и Tungus, но немного короче. Длина гусеничного блока 1370 мм. Основная фишка Dingo в его мобильности. За счет переработанной системы крепления моторного и гусеничного блока можно за небольшое время разобрать и собрать снегоход. В разобранном виде снегоход помещается почти в любой автомобиль с большим багажником или кузовом универсал. Особенно он будет актуален для тех, у кого нет прицепа или соответствующей категории в правах. Подвеску Dingo переработали и по максимуму внедрили комплектующие от уже существующих снегоходов завода. Впереди независимая рычажная подвеска и задняя катково-склизовая подвеска гусеничного блока, такие же, как и на снегоходах SF и Tungus. Теперь у Dingo в гусеничном блоке установлено два амортизатора и немного укорочены склизы. За счет регулировки жесткости амортизаторов новая подвеска настраивается под различные стили передвижения. Она призвана улучшить проходимость снегохода и увеличить комфортность. Dingo получила новые лыжи длиной 1020 мм, шириной 145 мм. По заявлению завода, эти лыжи намного надежнее, чем были в первых версиях снегоходов Tungus и SF. Мы хорошенько прикладывались лыжами о трассу, и у нас они не сломались и не треснули. Возможно, их и можно сломать, но видимо не в этот раз. Снегоход комплектуется гусеницей от завода Composite. Длина полотна гусеницы 2626 мм. Ширина полотна 380 мм. Высота грунтозацепов 23 мм. Такой гусеницы вполне хватает для передвижения по свежему или укатанному снегу. Да и приличные горки можно преодолевать, если потребуется. Под капотом все тот же двигатель 157 QMJ, объемом 149,6 кубических сантиметров, с принудительным воздушным и дополнительным масляным охлаждением. Мощность двигателя в районе 10 лошадиных сил. Двигатель оборудован электростартером и ручным резервным запуском. Используется карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки. В снегоходе установлен вариатор с реверсом, есть нейтральная передача. Промвал заменили на эластичную демпферную муфту. Реализованная новая система натяжения приводной цепи. В качестве успокоителя применен графитонаполненный башмак, как в снегоходах Irbis SF. Приводная цепь усиленная, 530-я. Dingo способен разгоняться до 45 км в час, что, конечно же, не очень быстро, но для комфортного передвижения вполне достаточно. Для остановки снегохода используется гидравлическая тормозная система. Тормозной диск и суппорт тормоза установлены на валу демпферной муфты и приводной цепи. На снегоходе установлено большое ветровое стекло и руль на соединениях шип-пас. Весь рулевой узел фиксируется одним болтом-барашком. Это ускоряет его разборку и сборку. Сам руль классический, мотоциклетного типа. Курок газа и ручка руля с двухпозиционным подогревом.
Также присутствуют кнопки управления головным светом, запуском и глушением двигателя. С ветровым стеклом нужно быть поаккуратнее. За время наших покатушек по мототреку мы умудрились его расколотить. Многофункциональная панель приборов отображает различную информацию о состоянии снегохода. Передняя фара с переключателем света и задний фонарь стоп-сигнала помогут передвигаться на динго в любое время суток. А в розетку на 12 вольт всегда можно подключить навигатор или зарядку для мобильного телефона. Для лучшей управляемости снегоходом увеличили боковые подножки. В их креплении применяет система Ship Pass. Плюс подножки дополнительно фиксируются болтами М8. Для обеспечения комфорта водителя установили мягкое сиденье из непромокаемого материала. Плюс под сиденьем есть небольшой кофр, в котором размещается аккумулятор на 12 вольт. Длина кофра 527 мм, ширина 285 мм и высота 205 мм. За сиденьем водителя есть еще дополнительный багажник длиной 340 мм, шириной 420 мм и высотой бортов 150 мм. В него можно установить или рыбацкий кофр, или использовать для перевозки грузов до 150 кг. К тоннелю гусеничного блока крепится усиленный фаркоп с фиксатором, что позволяет также буксировать сани-волокуши с грузом до 150 кг. Что же, давайте подведем некое резюме по этому снегоходу. Новый динго вполне способен преодолевать различные горки. Хорошо вписывается в повороты и почти не склонен к завалению на бок, но если хорошо постараться, то можно и завалить. На снегоходе проработана система крепления моторного и гусеничного блоков, за счет чего динго стал проще разбираться, но при этом не потерял прочностных характеристик. Также разборная конструкция позволит удобно хранить и перевозить снегоход, а при обслуживании облегчит доступ к двигателю и редуктору. Динго стал более унифицирован по запчастям со старшей линейкой снегоходов Ирбис. Большинство велоболтов заменили на болты под ключ, оставив их в малонагруженных узлах, но за ними стоит присматривать. Возможно, что в серийных снегоходах по болтам-барашкам что-то еще доработают, но это не точно. Единственное, что не понравилось, так это растрескивание материала ветрового стекла. То ли от мороза, то ли просто сам материал пластика был очень хрупким. Думаю, что это исправят, и на конвейер уже пойдут более качественные ветровые стекла, а скорее всего на предсерийном образце использовали еще старые запасы стекла китайского производства. Были еще некоторые недочеты в проводке двигателя, которые должны также исправить в серийных образцах. В целом новый динго заслуживает внимания. Он подойдет как любителям активного отдыха на природе, так и тем, кому использования зимой мотобуксировщика уже мало. И хочется чего-то нового и недорогого. Плюс чтобы была гарантия завода и все необходимые документы. Я не призываю вас покупать именно динго или технику Ирбис. Выбор всегда только за вами. Этот обзор уж призван показать, что такое новый динго, как он устроен и на что способен в новой базе. Если это слишком дорогой снегоход, то всегда можно найти аналоги от китайских производителей, но скорее всего без заводской гарантии и без PSN в комплекте. Спасибо всем, кто смотрел этот выпуск. Подписывайтесь на канал. А все вопросы и мнения по новому динго пишите в комментариях. Как всегда, с вами был Алекс Техберг. Не забывайте ставить лайки и дизлайки этому видео. А на сегодня буду заканчивать. Всем удачи и до встречи в следующих сериях.